Есть одна фотография в книге, которая называется «Самоубийца». Она стара, но все же прекрасна. Труп женщины, которая только что бросилась с крыши здания. Кровь вокруг ее головы походит на нее. Ее ноги поджаты, ее руки сломались, как тонкие веточки. Но ее лицо так безмятежно. И я думаю, это от того, что когда она умирала, она чувствовала дуновение ветра на своем лице.